Привет всем, привет всем! С вами Лига Music Wars. А сегодня у нас проход по топ-игрокам. Топ-игрокам, которые заняли места The Best of the Best. Также подведем итоги, сколько было потрачено в среднем. Ну, так, на калькуляторе, можно сказать, посчитаем, а там уже приведем примерные цифры. Ну, а пока не начали, я хотел похвастаться. 17 числа включили сервера, то есть, соответственно, было техническое какое-то обновление, что-то делали с серверами, я понимаю, что все игры, соответственно, остановились. И это позволило, ребят, это позволило мне вчера набить 5 миллионов, 5 миллионов за 30 минут. Я скрутил торны, у меня боев, слава богу, была тьма, получил кучу энергетиков и выбил. И всему этой радости, так сказать, сейчас так последнего, послужил Сергей Бес. Я зашел примерно где-то 14.11, потому что у меня пока загружалось, но у Сергея загрузилось 14.03, и он у меня украл 239 тысяч. То есть, поэтому все люди, которые в топе находятся по грабежу за неделю, это, соответственно, вот те, кто успел первыми зацепиться. Но если у меня украли 230 тысяч, я так подумал, а чем черт не шутит? И напал на парочку чуваков, и поверьте мне, это было шедеврально, конечно. То есть, и вот я пошел, смотрите, пошел. Такими пачками, просто по 50, по 70, по 100 тысяч. Но у меня не было, конечно, ни фанатки на грабеж, я бы и больше, наверное, вытащил. Но то, что было, то и съел. В общем, поздравьте, у меня собственный рекорд за 30 минут. 6 миллионов. Спасибо разработчикам. Ну а теперь давайте к итогам Best of the Best. В новостной ленте уже поздравили 4 игроков. У нас, соответственно, Мания, это стиль рок, Сергей Бес стиль урбан, Хамелеон стиль клаб и Макачина стиль меломан. Получили, ребят, они студию. Студия, ну как бы, уникальная, очень красивая, ну... с диджеем, со всякими надписями. В общем, поздравляю вас, ребята, молодцы. Это стоило очень больших денег, я сразу говорю, потому что я на втором месте, как бы, ну, пытался остаться, но на меня скинул Маугли. Ну ладно. В общем, на третье место я тоже получил свой кубок. Всех я уже, ребят, поблагодарил за это. Даже его не видно, ну вот так. Вот так лучше будет видно. Всех поблагодарил. Ну, хотя бы третье место. Но даже если брать третье место в расчет, ребят, это было бы колоссальное количество по рубинам. То есть, а так с миру по нитке, и все как бы вроде довольны. Давайте же перейдем в табличку. Я ее нарисовал. Ну, вот примерно вот такая вот. Оставлю я, конечно же, ее вам в описании внизу, если что, ну, будет интересно, можно будет добавить что-то, ну, а могу не оставлять. Ну, я еще подумаю, я еще капризный такой. Итак, давайте посмотрим. Итак, лидера Урбана, ребята, у нас Сергей Бес. Набил он, получается, 78 тысяч музлайков. То есть, соответственно, как вы помните, по музлайкам, если вы дарите один рубин, то это, соответственно, 10. 5 рубинов, то есть 50. То есть от текущего количества надо просто тупо отнять единичку. Тогда вы получите количество рубинов, потраченных на данную прокачку. То есть это 7900 рубинов. Ну, то есть я там округлил, потому что Сергей Бес меня еще подкинул, он мне еще 1000 подарил. Ну, и так я примерно прикинул. Но это самый, ребята, самый минимальный, то есть 79 тысяч. Если переводить на рубли, вот как в таблице примерно показано, то есть это будет 15 тысяч рублей человеку стоило купить эту студию. Ну и, соответственно, если возьмем второе место, Dober Woman, то вы получаете здесь, соответственно, 3700. Ну и перевод на рубины. Ну, в общем, все понятно. То есть внизу по таблице все, что хотите. Следующий у нас идет по уровню, ребят, это клаб Хамелеон. Хамелеон у нас вышел с 90 тысячами лайков, ну, то есть, или муз лайков. И тогда получается это 9100
рубинов. 9100 рубинов, ребята, это самый топовый, это 15000 пакет, 7000 и 6000 пакет за 2400. Ну, я предполагаю, что у него еще сколько-то было где-то, возможно, с месячного плана еще идет. Ну, в общей сложности 21000, ребята, за топовое место и топовую студию. Хамелеон, я тебя поздравляю. Но дальше будет веселее. Переходим к следующему. По уровню меломанов, ребят, Макачина. Это 102 тысячи музлайков было за топовое место. Это, соответственно, 10 200 рубинов. Сколько человек копил, неизвестно. И самое интересное, что здесь получается такая вещь. Либо она купила, допустим, один пакет по, вернее, два пакета по 6, там еще что-то, возможно, у нее месячные планы были. И главное, что все равно здесь покупается топовый пакет за 15 тысяч. И, соответственно, купила ли она два топовых пакета, либо она купила как-то по-другому немножко. Но, ребят, не получается 10 тысяч рубинов на аккаунт закинуть просто так. И поэтому здесь очень большой разброс. Это от 20 до 30 тысяч, в зависимости от того, какими пакетами она пользовалась. Ну, в среднем давайте высчитаем и скажем, пусть будет 27 тысяч рублей за первое место меломанов. Ну и, соответственно, последний у нас оставшийся, это Рок. И вы сейчас будете прям... в шоке, да, хочу сказать. Но там не сильно много, но, ребят, 105. Я там немножко округлил. Мне, хотя Маня мне ничего не дарила, но 105 тысяч музлайков было подарено. И поэтому 10 500 рубинов. Здесь та же самая ситуация, если посмотреть на картинку. То есть вы видите, да, 7 тысяч, соответственно, рубинов. Это 15 тысяч. И тут я 100% уверенностью, что здесь и как раз было куплено 2 пакета по 15. 2 пакета по 15, то есть это 30 тысяч. Но утверждать я 100% вероятностью это не буду. Итак, еще раз поздравляем. Поздравляем наших донатов со студией. Что я могу сказать? Студия все-таки студия. Смотрите, более-менее адекватную анимированную студию можно купить примерно за 2000 рубинов. То есть наши донаты потратили за эксклюзивную студию по 10 тысяч. Но, видимо, они себе могут это позволить. К сожалению, я живу в своей студии Клаба и не могу себе много позволить. Вот как-то примерно так. Ну а что вы думаете, ребят? Пишите в комментариях, стоило он того или нет. Вообще можно было посчитать, конечно, все 10 мест, но это слишком долго. Ну а всем, кто смотрел, спасибо, ребят, и ставьте лайки хотя бы за небольшой такой мелкий анализ. Поздравляю еще раз всех победителей, тех, кто занял с 1 по 5 место. Ну, это я себя поздравляю. Вот. И, конечно же, поздравляю топовых победителей в каждом из уровней, то есть музыкальных. Всем счастливо. Всем пока.